налет, наверное, никогда не видели. Это ритуал какой-то, ритуал своеобразный. Это уже даже больше, чем ритуал. Больше, чем ритуал, да. Я так понимаю, что у них был запущен обратный отсчет, и они, как космонавты, запустили Юстуса на лед. Ну, давай, Юстус Алексу. Пинбол ча-ча-ча. Это музыкальное сопровождение, выбранное для короткой программы. Тройной с небольшой ошибкой на выезде. Да, развернула его, через троечку был выезд. Флип тройной и тройной тулуп. Ну, здесь немножко почище, да. Каскад есть. 3-3. Еще один тройной прыжок у нас понял. Луц. Очень неплохое положение вращения, посмотрите. Но здесь чуть колено согнуто, опора ноги. Вы посмотрите, он центр не может найти вращение. Да, да, вот это, конечно, будет ошибка, засчитается. И... национальная дорожка шагов. Довольно большое разнообразие элементов в этих шагах. Темп, конечно, очень сильный темп дорожки и ритм. Он соблюдает ритм, кстати, находится в характере. Это здорово. Волчок. Национальная концовка. Смотри, тур чистый прокат. Так, в общем-то, да, чистый прокат, за исключением этих небольших ошибок на выездах. То, что мы уже обсуждали. Мы повторим, мы еще это увидим. Но чистый прокат, эмоциональный спортсмен. Ну, как чистый? Чистый с точки зрения, что не упал. Не да? упал, да, не упал. Конечно, чистый. Чисто, когда вообще все чистое, без сучка и задорника, когда еле заметны ошибки, только заметно судим и большим профессионалом. Я имею в виду чистый для спортсмена. То есть не упал и... Без особо сильных таких помарок, будем говорить, ошибок касания рукой, там, предположим, да? Или наклон сильный корпуса на выезде. Так вот его перекрутило после первого тройного прыжка, после каскада. Вращение вроде как тоже на уровне не упало, а смещения были. То есть и положения сомнительные были. Вот, а дорожка мне понравилась, шагов. Почет эмоциональный, довольно технично исполнен. Вот тройной аксель. Вот ошибка, да, вроде потом собрался, а вот троечный... Эти повороты после выезда, они, конечно, испортили впечатление. Вот еще раз нам показывают, да. Тренирует его брат Калли Стрит и Мартин Йоханссон. Вот мы как раз видели, что эти два солиста... Как близнецы, похожи, да. Конечно, братья, очень они похожи. Не двойняшки, мы тройняшки, да? Угу. 25 лет этому парню. Он вообще швед по национальности. Родился в Швеции, в Гетеборге. Но... Пять лет назад примерно было принято решение на семейном совете, что Юстус будет представлять Данию. Поменяли они ему гражданство. Зубы оставили родные, свои.
Да, картина «Три богатыря». «Три богатыря», да. Они похожи друг на друга, конечно, все очень. Я говорю, ну, редкий случай, да. Ну, Калли Стрит еще и как хореограф работает со своим братом. Ну, а также работали с Салон Брюнер. 63 постановки программы нынешнего сезона, 63-25. Ну, тут, в общем, на этом уровне каждый следующий участник одерживает свою личную победу. 63-25, и это значит, что у нас тут тоже у нас попадает, да?